Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы будем трешовать, будем опять открывать коробки и искать, возможно, новый талант. У меня он, по-моему, здесь даже так есть. Мне нужен другой немножко талантик для прокачки на девятку. А, у меня даже нет. В общем, ищем новый талант сегодня здесь. У нас есть 117 коробок. Вот я после второй стороны доната сразу же вытащил восьмерочку, пешку. Так, тут у нас, в принципе, сейчас мы и поменяем, поставим замедление. Так, вербучик, вот такого интересного с порочным пактом тестануть. Поставим его, себе там валяется. Так, окей, поехали. Сразу же замедление ставим на тузу. Скина у меня так и до сих пор нет, самое интересное. Так, утикаха мне, в принципе, никому не нужна. Просвет то же самое, качать некого. Вот оно, вот это тоже будет очень интересно. Так, надо подумать, на каких героев ставить будем. Такс, 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 такс. Огнекрылы смысла нету. Так, кто у нас такие интересные хром? Как вариант. Поставим, потестируем. Будет. Поехали дальше. Перс. Просвещение падает. Когда не надо, падает. Когда надо, не падает. Так, каменка тоже, в принципе, уже не особо актуальна. Еще одно замедление. Так, по замедлениям стрелок у меня есть. Арктике замедление надо будет поставить. Это есть. Медуза стоит. Тоже мы поставим. Будем рунами качать. Или дальше. Стойкость. Бег такой себе. Так, сывушка тоже, в принципе. Так. Это идет все туда же. Что там у меня? Нет у меня Ронина. Так, тут же Махатма. Давайте на Махатму поставим. Пусть пока побудет. О! Вот это то, что мы искали. В принципе. Мы сейчас дальше потрешуем. Такс. Делаем вот так. Так. Вот так. И вот так. Вот и ждите теста, ребят. Интересный, думаю, будет тест. Поехали дальше. Дальше. Бастион. Так, что у нас по басту? Интересно, есть на баст. Везде у всех пакты стоят. В принципе, бастион так можем поставить. Тут недокачанный. Так, тут у нас такой вариант. Пусть пока будет. Малышник. Нужно замедление еще на эту. На Арктику одну.
А будем так вот ставить сейчас подряд. Так, каха. Приемка у нас стоит. Чтобы уже все были. Так, еще один разбросик. Тоже интересно. Варианты у нас есть еще поставить на сердцеедку. Такой вариант. Такс. Либо на Тессу еще тоже можно попробовать. Где там наша Тессу пропустили? Такс, вот Тесса. У меня тут прокачаны такие прокачки уже. Ладно, давайте на сердцеедке потестим. Тоже думаю, будет интересно. Так, ТЛУшка, в принципе, никому не надо. Смертельный тоже. Ожива, конечно, интересный вариант. Попробовать. Это можно будет. И попробовать Огника как вариант. Но еще есть вариант Бигфута. Сюда надо будет замедление поставить ради теста. Ну давайте так, живу пока не будем ставить. Так, что у меня тут? У меня один охник. Теперь делаем вот так вот, ставим рунами, потом поехать дальше. Железная воля. Железная воля неплохо смотрится на... Так, на-на-на-на-на. Так, тут у нас уже есть Леди Лео. Так, железная воля, еще варианты. У нас бог войны. Какой вариант? Ужас никому ставит даже. Стану, поставим сюда. Так, утикаха не то. Для стана смысла не вижу, качать можно рунками. Так, отлично, следующий есть, ставим на Арктику. Исцеление неплохо. Надо ремочка. Ну, ремки у меня в принципе есть, можно сливать. Ну неплохо, неплохо в этот раз дает вантики. Интересное выдает. Только обычная по стандарту. Так, еще один вариант. Такс, Шаронины, двойной ожог. Каменка, надо придумать что-то интересное. Натку. Пробовать исцеление поставить. Еще один разбросик. Кстати, как вариант, мохнатку потестить с разбросом.
когда-то. Пробуем такой вариант. Еще есть вариант поставить на Асуру разброс. Там вражеские герои точно будут отдыхать. Единственное, что его, конечно, могут быстро утащить. Но вначале, если он включится быстрее, думаю, будет интересно. Так, ну давайте еще пару коробок. В принципе, можно. Так, живо. Блин, и сюда можно оживу поставить. Ну, хочу с разбросами тестануть. Кто еще интересный будет? Тут, в принципе, можно оживу поставить. Сделаем так. Пусть себе будет. Еще один разброс. Рея. Ну и на PvP локации тоже сюда можно. Варлоку. Блин, куча вариантов, конечно, есть. Ну, даже не знаю. Режимом мы тоже поставим. Может, в дальнейшем будет тащить. Так, ну окей, это я оставлю, тоже буду тестить. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки и ждите обзорчиков. Всем удачи, всем пока.